Итак, упражнение приседания сумо с весом. Ноги расставляем на ноги врозь, шире плеч. Берем вес и приседаем. Плавно вниз, раз, полностью встаем, два. Максимально стремимся вниз, встаем, три. И таких выполняем 5 повторений. Идем вниз по весу, доходим до последнего и выполняем 15 приседаний в среднем медленном темпе с минимальным весом. Упражнение закончено.